Мужские футболки категории крем, Австралия, мешок у нас весит 25 килограмм. Первым идет футболка Пола из полиэстера, марка Adidas, размер указан, кстати, следов износа нет. Новая футболка хлопковая, размер указан Элька, на вещи с этикеткой идет, марка Хейнес называется. Размер Элька, это у нас опять же хлопковая футболка. Так, размер XL, тоже хлопковая футболка. Так, футболка из полиэстера, по-моему, опять же марки Adidas. Размер не указан, к сожалению. Так, размер Элька. Тоже хлопковая футболка. Футболка марки Nike, размер указан SK. Так, вот такая вот хлопковая футболка здесь у нас. Размер указан Элька. Размер указан МК. Это у нас футболка Пола, тоже без следов износа. Так, размер указан СК. Так. МК. Это у нас майка. Марка Nike, размер указан СК. Футболка, опять же, спортивная из полиэстера. Размер указан ЛК. Опять же, спортивная майка. Размер указан XL, хлопковая футболка. Вот здесь вот, кстати, есть пятна. Так, размер указан СК. Тоже хлопковая футболка. МК. Новая футболка с этикеткой. Размер указан XL. Так, FL. Это у нас футболка Пола. Размер здесь не указан. Вот здесь вот небольшое пятнышко есть. Так. Размер МК. Майка из полиэстера. Размер XL. Такая вот хлопковая футболка, размер МК. Ну, вот здесь вот уже явные следы есть какие-то. Так, новая футболка марка Mix с этикеткой, размер указан XL. Так, следующая футболка у нас также размер XL. Joint Co, размер указан 5XL. Это у нас футболка Пола, тоже какой-то, да? Размер SK, марка Nike. Так. Здесь у нас размер не указан. По ощущению похоже на полиэстер. Размер XL. Так. Новая футболка спортивная. Размер здесь указан 2XL. Без следов износа, соответственно. Размер LK. Футболка также без следов износа. Здесь у нас размер указан Элька. Тоже следов износа я не вижу. Так, размер СК. Тоже хлопковая футболка. Футболка Пола. Loudmouth называется бренд. Размер указан МК. Размер также МК. Это у нас новая футболка с этикеткой. Хлопковая футболка Пола. Здесь опять же указание размера нет. Следов износа нету также. Размер указан Элька, марка Quicksilver. Так, размер XL, новая футболка, хлопковая, размер XL. Размер МК. Так, марка Sport, здесь у нас размер не указан. Так, размер XL, опять же хлопковая футболка. Так, футболка марки Adidas, размер указан МК. Здесь также следов износа я не вижу. Футболка Пола, марка Lacoste, размер указан ЛК. Также размер ЛК, вот такая вот футболка. Так, размер МК, марка Катманду, хлопковая футболка. Также спортивная футболка следом идет. Спортивная майка, размер указан МК. Хлопковая футболка 20 английский размер. Так, размер XL, это у нас спортивная футболка марки Nike. Так, еще одна спортивная футболка. Здесь у нас размер не указан. Следов износа нет. Размер 2XL, тоже хлопковая футболка. Новая. Так, еще одна новая хлопковая футболка с этикеткой. Тоже следов износа не вижу. Размер указан МК, это у нас майка. Футболка Пола, размер указан XL. Так.
Марка Бонца. Размер здесь не указан. Футболка из хлопка. Хлопковая футболка размера М, новая с этикеткой. Размер XS. Спортивная футболка. Здесь у нас следов износа нет. Так, размер L. Вот здесь вот, видимо, следы от наклеек остались. Так, размер также XL. Это у нас футболка Polo. Размер M. Так, размер XL. Так, майка. Размер M указан. JJ's. Размер указан S. Это у нас опять же хлопковая футболка. Следов износа нету. Футболка Polo. Размер указан L. Так. Монкрета. Футболка Polo. Размер указан XL. Размер M. Это у нас новая футболка Polo. Марка, по-моему, Target Collection. Да, Target Collection. Так. Размер L. Тоже футболка Polo. Размер XL. Спортивная футболка из полиэстера. Размер также XL. Уже футболка из хлопка. Без следов износа. Размер L. Футболка марки Celio. Так. Спортивная футболка марки Crane. Размер указан XL. Так. Марка Adidas. Размер указан L. Так, Калибра. Это у нас футболка Polo, размер указан L. Еще одна спортивная футболка, размер указан M также. Так. Размер XL. Такая вот тоже спортивная футболка. Так, размер также XL. Тоже футболка из клубка. Так, 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 так. Размер M. Тоже клубковая футболка. Работай лучше. Люди надеются на тебя. Что-то там такое было написано. Так, размер указан L. Размер XL. Без следов износа. Опять же, марка Adidas. Размер указан M. Это у нас майка. Спортивный из полиэстера. Размер L. Тоже спортивная уже футболка. И также, по-моему, состав полиэстер идет. Так, размер L. Легкая летняя футболка. Так, футболка Polo, опять же, размер M. Так, размер L. Новая футболка, хлопковая, с этикеткой. Размер также L. Еще одна футболка, без следов износа. Так, марка Adidas, 36-38. Европейский размер, это у нас вот такая вот майка. Размер L. Хлопковая футболка также. Так, размер также L, марка Crane. Это у нас футболка. Так, новая футболка мужская. Так, размер указан L, марки Target Collection. Размер указан M, хлопковая футболка. Так, здесь у нас указания размера нет. Спортивная футболка из полиэстера. Марка Adidas. Размер указан XL, это у нас футболка Polo. Так. Размер M. Хлопковая футболка также. Так, марка Polo. Размер здесь указан M. Тоже футболка из хлопка. Марка Adidas с футболкой из полиэстера. Размер указан L, без следов износа. Размер L также без следов износа. Так, размер XL. Active & Co. Спортивная футболка. Дышащая марка Polo. Polo by Ralph Lauren. Размер указан L. Так, новая футболка Polo. Размер указан S, марки Favorites. Размер. Так, здесь размер не прочесть, к сожалению, тоже спортивная футболка из полиэстера. Так, 100% полиэстер. Еще одна спортивная футболка. Размер M, хлопковая футболка с этикеткой, новая. А вот здесь вот есть какие-то, это, скорее всего, открыли. Марка Now, 14 английский размер, тоже хлопковая футболка. Марка Adidas, размер указан L, спортивная футболка. Так, также марка Adidas,
спортивная футболка. Так, размер S-ка. Это у нас футболка Поло. Размер XL. Майка фирмы Nike. Размер. Так, опять же, M-ка. Это у нас марка Adidas. Размер M-ка. Это у нас хлопковая футболка. Марка Adidas. Также 38-й, 40-й. А 36-й, 38-й размер. Это спортивная футболка. Размер М-ка, хлопковая футболка. Так, футболка размер L-ка. Так, М-ка, хлопковая футболка. XL. Также XL, это у нас футболка Поло. Так, также XL. Так, футболка Поло, футболка Поло, марки Adidas, размер указан XL. Еще раз XL. 3XL. Так, футболка Поло, марки Active & Co, размер указан SK. Так, здесь у нас размер MK. LK. Так, также LK. S-ка. Так, марка Adidas, размер указан L-ка. S-ка, хлопковая футболка марки JJ's. Так, марка Nike, размер указан L-ка. Марка Adidas, S-ка. Так, размер L-ка. Также L-ка, XL, L-ка, новая футболка с этикеткой, XL, L-ка, L-ка, футболка Поло, также L-ка, Active & Co, это у нас майка, размер L-ка, футболка Поло. Здесь у нас размер не указан, к сожалению, следов износа нет. Так, S-ка, спортивная футболка, опять же. Так, M-ка. Немножко разгладим. Так, майка размер L-ка. И последняя футболка, марка JJ's, размер указан S-ка. А, нет, что-то еще есть. Марка Crane, размер указан M-ка. А вот это вот у нас уже последняя футболка. На этом все.